Это неинтересно, это не то, что нужно обсуждать с детьми. Вот она у нас играла, ты играла у нас до минорной прелюдии. Ты в каком классе? В первом. Нет, я просто потому, что у меня, я сейчас правлю, мне для видеозаписи не нужно. Всеянская полька, класс. Не спеши, с удовольствием, ладно? Такие, слушайте, вот Кирсанова К. Вот как? Как тебя зовут? Я должна... Ксения. Я потом про всех детей запишу, мне просто для записи. Я у себя на страницах буду вас выкладывать, вот, чтобы другие тоже могли позаниматься, да, учить. Ксюш, смотри, вот у тебя есть один момент, да? Вот ты здесь, когда сложное место, да? Да. Да? Так внимательно смотришь на свою левую руку. И еще вот там, где ты играешь. Вот эти все вещи, да? Когда у тебя... Ты все время все внимание отдаешь левой руке. С одной стороны, это хорошо. Вот сейчас попробуй, вот, услышь вот это медленно. Там есть какое-то изменение гармоническое? Да-да-да-да-да. Вот это плохой шаг. Да, это как какой-то такой очень простой. Запрыгни вот сюда. И пошло крещендо. И от себя. Можешь так неблагородничать, а прям это веселая полька. Да, да. И как раз на последний аккорд педаль. Вот сейчас было лучше. Сейчас была умница. Вот теперь еще раз, чуть живее. Вот здесь, где у тебя стоит первый палец. Первый, да? Да, положи немножко так, чтобы вторая нота прыгнула сюда. Не одинаково их играй, а как бы в развитии сюда. Да, вот так. Там-пам-пам. Там-пам-пара-ти-да-там. Нет, не делай на ре. Там-пам-пам. Вот на это ре. Та-ти-да-ти. Нет. Та-па-пара-ти-да-там. Поняла? Услышь, еще раз, играй правую. И пошли крещендо. Услышала, что я делала? То есть вот этот очень важный бас, вот его до этого ни разу не было. И вдруг он в конце такой. Поэтому акцент в середину так-то смещать не надо. Это получается такое, знаешь, прям... Для таких вот совсем бабушек полька такая, да, немножко живее, более детская, веселая. С удовольствием. А вот это прям сказать вот нота за нотой, как будто ты смеешься. Давай. Внимание. Нет, куда? Молодец. Еще раз. Вот это лучше. Потом подучишь немножко левую руку, чтобы здесь не цеплять. И послушай, вот здесь нижний ряд и первый палец у тебя, да, в левой руке. Не заскакивает в нужную точку. Да, там. Да, а теперь двумя. И слушай это. Ну,
все ноты сыграть правильно. Не торопи правую руку. Та-па-па. И здесь не спеши. Та-па-па. Что вот здесь? Смотри там. А это первым пальцем вверх. Да. А теперь сыграй мне так, чтобы не было тактов. Вот подряд. Одну мысль. Не опирай. Слушай, нет опоры на бас. Есть одинаковая левая рука. Там-пам-пам-пам-пам. Она абсолютно одинаковая. Ну, ты. Вот сейчас была молодец. Вот сейчас была умница. Поняла, что ты сделала сейчас? Ну-ка скажи мне, что ты сейчас делал? О чем ты сейчас думал? Надо провести одну линию. Вот. Да? Что это одно целое? Да, это одно целое. Поняла? И как хорошо получилось. Теперь смотри, вот здесь, когда ты играешь. Да, и у тебя здесь остановка, и все. Вот если бы ты потом повторяла, и тут закончилась пьеса, вот в этом месте она может тут закончиться. Потому что есть версии, можно так сыграть, а можно потом еще раз вернуться и тут закончить. Знаешь об этом? Не знаю. Ну, не важно. Но если бы мы играли вот так и опять вернулись сюда, да, то мы бы сыграли с тобой вот сюда. Потом бы был этот момент, да, его можно было бы опустить и не играть. И закончить. Есть такие версии, сокращенные репризы, да? Можно второй раз заканчивать. Ты играешь вариант без повторений. Тогда вот здесь. И ушла. Не надо сделать остановку и замедлять вот здесь, потому что это странно, а потом вдруг ты побежала. Пара-папа. Как бы пара-папа. И вот здесь очень важно. Вот сейчас сыграй мне отсюда правую. И слушай, вот, послушай, не делай акцентов, их там нет. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Абсолютно ровно сыграй. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. А почему? А почему остановилась? Я же тебе ровно абсолютно играла. Ну-ка, еще раз сама. Ари-та-та-та-та. Не, не замедляй. Пара. А что там? Почему? Сыграй отсюда. У тебя есть возможность присесть. Стоп. Вот от этой точки, начав пьяно, мы приходим сюда, да, после последнего вот этого два пьяно. Не бойся вот здесь услышать левую руку. Да, она прям прописана. Отсюда вместе две руки сделай. Не спешишь. Ты спешишь сюда, а я туда не спешу. Как будто на батуте прыгаешь. Пам-пам-пам. Так, вот прям пам-пам. Прыгала на батуте? Ну, вот изображай. Давай. Пам-ти. Пам-пам. Пам-пам. А вот это, ну ты послушай, чем отличается? Вот это
акцент от следующего. Чем отличается? Отличается он? Нет? А тебе же надо, там смотри, это надо сыграть? Если акцент такой, что дальше ничего не слышно, зачем это написано? Неправильно, правильно? Раз, два, а здесь другой. Потому что дальше опять там пам пам. И можно представить, что, что так написано? Можно? Можно. Можно? Но везде есть добавки, да? Ля ра ти да. Поэтому ра та ди да. Ля ра ти да. Вот эти вещи, вот тут как раз, так же, как и здесь, это, очень важно услышать вместе вот этот раз. А вот тут не спеши. И вот в этой зоне, в этой части пьесы, ты можешь быть свободным. А вот тут нет никакой необходимости. Что там, ты же играешь... И пошла. Зачем вот здесь остановка? Вот она вообще там ни к чему. Ее там нет, ни у Рахманинова. Не по сложности тебе там не трудно. Не сложно ведь? Ну вот давай, вот сыграй сначала вот это. Отщипнула. И да. И ритмично. Молодец. Они замедляют. Понимаешь, вдруг что-то происходит. Наоборот, здесь вдруг. Ты была в цирке? В своей жизни? Церкви? В цирке. Да. Была? А что так? Была, да. Видела когда-нибудь там мишек или обезьянок на велосипедах? Видела? Они же ужасно прикольные, смешные. Ну вот это обезьянки. Они едут на велосипеде и очень смешные, да? И всем весело. Правда? Вот там абсолютно у них в голове механизм ровного движения, как они крутят эти свои педальки. Вот это. И вот представься, что поехали обезьянки. Давай. Раз, два, раз, два, три, два. Там почему нужно сыграть фа диез? Потому что заканчивается в миноре, а начинается в мажоре, да? Меняется тональность. Раз, два, три. Ты можешь сделать между минором и мажором запятую. Раз. Та-та. А темп не надо менять. Закончи. Раз, два, три. Та-та-та. Ты. Да. Раз, два, три. Сними руки. Рам-пам-пам. Давай. Не-не. Сними. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Стоп. И пошла. Та-та-та-та. Темп. Сама сделай. Да, вот это, та-та-та, быстро. Стоп, стоп, стоп. Значит, потом выучишь. Вот здесь четвертый палец, а не третий. Это плохое расстояние. И зажатая рука сразу. А она у тебя побежала. 4-2. И дальше как играешь. Или 4-3. Подряд, как хочешь. Как написано. Вот здесь третий нельзя играть, да? Вот здесь надо играть обязательно четвертый, третий. Это маленькое расстояние, вот это. Да, вот здесь. Это плохое. И рука идет сюда, и ей очень трудно делать потом много движений. А когда она у тебя, она уже идет вниз. С четвертого она падает. А с третьего не падает. Понимаешь разницу? Это вообще музыка, занятие музыкой, это процесс занятия головой. Да? Думай про это. Та-т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 а
Держи аккорд. Раз, три, сдела. Нет, люфт. Знаешь такой? Раз, два, три, воздух. Та-та-та-там. Раз, два, три. Тут. Да, и немедленно. Два, три. Да. Еще сделай, сделай. Это не сложно. Это не сложнее того, что ты делала. А темп продолжается. Два, три. Ага. Давай, давай, давай. Ра. Держи аккорд. Вот, не готовы сюда, да? Раз, два, три. Рука здесь. Раз, два, три. И это достаточное время. Раз, два, три. Как бы чуть-чуть опоздать.
Ага. Видите что-то? Вот видите? Ведь ей не трудно играть быстрый дом. Ей трудно вот эти вещи, из которых состоит форма. А форма нам важна, правда? Потому что ее замедление там, оно смешное, оно ни к чему. Вот, а там, где надо замедлять, ну, как бы услышать, дать время, она этого не делает. А это сразу превращается в сложность чисто технического характера. Не попали, не так рука стоит, рука застряла и не проехала. В голове нет включения та-та-та-та, раз-та-та-та-там, да? Вот у тебя ра-па-па-па-па-па-па-па. У тебя вот в этой восьмой, да? Вот в этой восьмой. 4-16. Вот здесь и следующее, которое нет. Вот в этой четверти у тебя 4-16. Вот ты восьмую паузу делаешь, а следующее, это еще к этой восьмой относится. Раз, и, два, и. А потом уже и только, понимаешь? Поэтому вот это твое растягивание, а дальше побежали, оно не побежало. Оно выглядит неестественным. Раз, два, три. И другой прием. И рука должна лечь сюда. Вот здесь горячо. Два, три. Вздохнула. Вздохнуть имеешь право. А замедлять не нужно. Это разница. Поняла? Давай. Вот отсюда. И дальше легко и ушла. Давай, давай, давай. Да. Да. Так. Три. Нет. Та-ра-да-та. Да. Та-ра-да-та-да-та-да. Поехали. Раз, два, три. И все, два, три. Не спеши. Раз, два, три. Сняла. Ксюша, на место сделай. Раз, два, три. Сняла. Та-та-та-та. Стоп. А вот это посчитать. Раз. И два. Пом-пом-пом. И раз. Да. Нет, нет крика. Раз, два, три. Просто подниз. Положить руку. Не надо на него нападать. Раз, два, три. И ушла. У тебя фа. Раз, два, три. Нет, не меняй темп. Нет, это один темп. Одинаковый шестнадцатый. Не надо быстро. Раз, два, три, четыре, раз. Посчитай на четыре. Раз, два, три, четыре, раз. Раз, два, три, четыре, раз. Четыре, раз. Два, три, четыре. Угу. Раз, два, три, четыре. Нет. Раз, два, три. Это, посмотрите, посмотрите. Это за такт. В пьяно. Почему здесь стоит такая вилочка? Потому что у нас был минор, фа, бекар. А нам нужно, что это же, в принципе, это быстрый темп. Чтобы быть услышанным, это такой реверанс. А ты делаешь медленно, а потом меняешь темп и играешь не вместе двумя руками. А мне надо, чтобы ты сыграла всего лишь минор, услышал и пошла в том темпе, в котором за такт. И раз, и два, и три. Не надо быстрее, поняла? А ты рвешься тут изменить темп из-за того, что как бы замедляешь. Не надо ничего менять. Так. Раз, два, три. Темп один. Вот давай, пожалуйста. Ушла. Ну и что остановилось? Что остановилось? Посмотри сюда. Вот, смотри сюда, рука ушла. Вот в этом движении. Вот она такая. А не вот такая. И пошла. Правую руку сделала. Да. А вот, не надо ее вот так. Вот ты играешь так, ты ее держишь так. Вот ты ее так держишь. А потом вот так разворачиваешь. Не успеть. Она сразу смотрит сюда, на четвертый палец. И ушла. Да? Да? Нет, первый на дудес не будет. Да, теперь легче.
Чи играет та-та-та-та, два, три, четыре, пошагиваю. Два, три, раз, два, три, четыре. Да, теперь вот нигде не буксуй, а просто ровно играй. Слушай пары, левая, правая. Нет опор, в левой руке нет опор. Они одинаковые. Там нет ничего. Пожалуйста. Почему с третьего пальца? Второй, первый, второй. Второй, первый, второй, четвертый. Да? И четвертый, второй, первый. Вот это место, смотри. Второго пальца. Правильно. Да? Так можно. Хорошо играть так. Только ничего не выделяй. Нет ни одного акцента. Играем тихо. Нет. Нет акцента. И ушла. Нет акцента. Тихо. Там нет нигде ни одного акцента. Это смешно и весело. Каждая пара в правой руке соответствует 1/8. Раз, два, 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 два, раз, два, раз, еще тише. И отсюда. Не надо ничего там пыхтеть, кричать, выкрикивать. Да, там есть акценты и есть движение. Отсюда, не быстро. Играем. 2, 1, 2, 4. Нет акцента. Нет акцента. Уйти сюда. Уйти в диминуэндо. Уйти сюда. Вот. Хорошо, молодец. И с левой рукой сама. И слушай. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Не лети, слушай. Раз, два, раз, два. Внимание, останавливаемся. Слушай, не спеши, ты играешь, ты катишь, а левая твоя не успевает. Просто вместе. Ну.
Аркадий всегда ярко двумя руками. И слушай две руки. Ну? Нетры. А сыграй мне ритмично. Стаккато правую руку. Потому что ты считать начала. Она связанная, эта мелодия. И с ней можно поступать по-разному. Нет. И последнее. Теперь сыграй мне эту мелодию рукой. Чтобы каждая нота проинтонировалась рукой, а не как ходульными пальцами. А еще. Папа, сюда, отлично. Да, теперь с левой тоже. Это самая громкая точка. Нет. Та-па-па. Нет, ты играешь опорные. Ксюша, ты играешь опорные. Вот так играешь. А мне нужно та-па-па. Там есть левая рука. Та-та-ти. Пусти плечи и певучей рукой играй мне правую. Нет ритма. Нет, ты спешишь. У тебя две. Не можешь спешить. Вот те самые пресловутые стаккато, в которых есть воздух, да, в левой руке. Да. Сыграй мне вот эти более цепко. Нет, не басы, не басы, а интервалы. Нет опорных басов. Раз, там, пам, пам. Нет опоры, не должно быть. Они одинаковые. Но вот эти играются громче, чем басы. Переделать вот здесь пальцы, переучить, здесь посчитать, вот это не 32-я, а 16-й на 1/8, и учить с левой рукой, потому что ты играешь свободно, раз, и два, и раз, а там есть такт, да? Вот когда дома занимаешься, учить так, да? Чтобы это очень точно соответствовало. А здесь вот этот триоль не подразумевает изменения темпа, просто услышала. И вот это не покатило, а раз и два и раз. Поняла? Все изменения внутри. Хорошо.
одинаковые. Нет, рано. Раз, два. Точно снимай. Нет. Правая когда снимается? Нет. Сняла. Вот. Нет акцента. Ты нет. Ты начинаешь и не знаешь, какой темп. И раз. И раз. Нет, я не останавливаю там. Раз, и. Раз, и. А вот и у тебя нет. Ага. Раз, и. И. Раз, и. Два, и. Раз. А почему бежишь? А почему бежишь? Не надо так быстро. Они же вместе играют. Она, знаешь, вот как будто за веревочку ты ее тянешь, ее нельзя оторвать от клавиш. А это играет ритм. Вот это надо выучить. Поняла? Мы не будем сейчас, под дом получишь. Хорошо? Сделаешь это, чтобы полька была. И не гони, не надо играть быстро. Она в одном темпе. Так, все, с ней закончим. Давай, все, пока. Так, Базилевская, как звали девушку у меня? Есть? Привет. Анастасия. Анастасия. Играем. Thank you.
Да, в конце можешь там не снимать, просто не вышло, да, да. Да. Ты знаешь, что в целом я скорее тебя похвалю за эту работу, чем буду там тебя сильно копать. Знаешь почему? Потому что ты играешь, в принципе, с хорошим каким-то наполнением и хорошим ощущением. Ну, такое у меня есть. Вот сначала мне показался очень медленный темп, и я бы, в принципе, попросила тебя все-таки подумать о том, чтобы его сдвинуть. Потому что все-таки анданте это не так медленно и певуче, да? Ну, просто когда вот уже вот так и вот так, понимаешь, немножко по складам, да? Вот ты просто представь себе, вот просто сыграй вот так. Вот сыграй первую фразу. Неважно, пусть будет громче. Это трудно, я знаю, инструмент. Нет, у тебя же, смотри, у тебя подчеркнуто только первое. Вот это. Да? Вот как бы мысль такая. Когда ты играешь в своем темпе, вот это такое немножко, да, утка такая, которая тоскливо так ходит по берегу, понимаешь? Немножко медленновато, и разваливается фраза, и все-таки вот песня подразумевает, да, какую-то, не обязательно, что это поющее, да, романсного изложения, нет, но какая-то мелодикламация, да, и какое-то движение аккордов. Вот когда ты будешь Плетневым Михаилом Васильевичем, тогда ты будешь играть в таком медленном темпе. А пока ты еще в шестом классе, то не стоит, отпусти себя. Потому что у тебя вот какого-то не хватает просто какого-то естественного времени. Очень аккуратно вот эти вещи. Очень много внутри пьесы вдруг, вот, например, здесь в конце ты играешь. Сползающая нота. Она у тебя такая. Да? Потому что когда так медленно, ты уже перестаешь слышать вот это. Это внутри происходит одной гармонии, да, сползла, потом новая. Вторая не такая же. Они разные. Вот просто обращай внимание вот на такие мелочи, да, подчеркнутый себе моль, ты к нему идешь, а фа уже другое. Как сыграть точки под лигой? Прямой педалью. Потому что они должны отличиться, да, от просто стаккато, легато. И не можем взять на одну, поэтому вот это. И вот это не слушаешь. Вот это. Поэтому играешь немножко одинаково. И это, и вот это. Потому что это другое. Вот оно тянет одно в другое, да? И тогда оно постепенно вот это вот происходит. Моренда, это же не замедление этого. Это исчезающий звук, да? Сначала уходит левая рука, потом правая. Долго слушаешь, потом педаль убираешь, нота гасится. Долго-долго пока. Сколько хочешь, столько сидишь. Понимаешь? Вот попробуй, просто начни. Как бы брось взгляд сюда. Вот я сейчас не меняла даже ногу. Слышала? Попробуй. А это другая. Она другая. Вот возьми ее. Она же. Все время разное время. Вот эти четыре такта внутри разное время. Да? Это самое трудное. Вот давай еще разочек. Хорошо, молодец. И последнее сделай. Вот отсюда смотри.
ты, чтобы не встряла эта нота. Запусти ее рукой, как бы почувствуй. Веди ее рукой. Да. Отсюда ми. Нет, отсюда ми. Аккорд. Нет, ты вот фиксируешь его. Торчит рэп. И лучше. А теперь сыграй сначала. Чуть живее. Дальше мягче. Молодец. Пошла в этом же весом руки, да? Вот смотри, вот в этих шагах, да, очень часто так играют, как она, да? Да, там есть линия, к которой пристраивается аккорд. Вот когда ты играешь так, время аккорда рано, да? Ты аккорд сыграла хорошо, а это очень рано. Это уже совсем какая-то разница в состояниях должна быть вот в каждых переходах. Вот только поймай меня это отсюда. Эти аккорды, вот они идут, и последний, слушай, вот. А ты вот так, и он все испортил. Давай. Дальше. И посиди. Рано. Вот, и поэтому слышно, что ты не набрала в этом такте кислорода в легкие, да, вот еще. И слушай, это аккорд. Вот ты слушай его от мелодии. Вот в данном случае мелодия диктует время, да. Значит, вот это треугольник, да, становится шире, потому что большой. Да? Тебе же надо сюда. Как набрать это? Это же романтическое время. Тебе не обязательно одинаково. Давай первую. А дальше постепенно расширяй. И посиди. Не кричи. Вот, не кричи. Три раз. Раз, два, три. Считай триолькой. Два, три, раз. Вот когда есть триоли, я вот уже про это говорила много раз в мастер-классах, всегда, ну я просто рекомендую этим пользоваться. Очень важно, не надо просто считать. Вот считай эту четверть, у тебя триольные в такте вещи, продолжай считать четверть триолью. Потому что вот этот сдвиг на просто четверть, как ты считаешь, ты формально ее считаешь, раз и правильно. Но она получается быстрее.
И все испортила, играй отсюда. И ты поешь. Вот когда здесь широкое время, вот когда так, и да, хочется сыграть так. А вот когда долго, два, два, соль становится другой, понимаешь? Вот не хочется. Попробуй. Вот сама сыграй первый вариант и второй. Да? Опора пошла. А теперь тяни. Два, три, раз. Нет, у тебя вот это не вовремя. Раз, два, три, раз, два, три, раз. Ты считай эту восьмую как третью ноту триоли. Раз, два, три, раз, два, три, раз. И там же педаль идет по каждой. Два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. И как бы я ни ускоряла, у меня все равно будет этот триоль. Да? Вот. Воспользуюсь этим моим предложением. Раз, два, три, раз, два, три. Рано. Раз, два, три, раз, два, три. Ты кричишь. Такая лига фразировочная. А дальше, если сверху, сюда же идет музыка. Там же нет акцента на соль. Даже если ты будешь играть сверху, этот штрих, да, вот, ты придешь сюда. Поэтому там акцент дальше. Это вот внутри диминуэнда возникающее усиление звука. Это между строк. Про это не написано, но это тут есть. Вот еще раз слушай и соедини это. Посыл, я тебя понимаю, от чего это. Как бы движение в ту точку, оно есть, но там нет крика. Давай. Мало. Это громкая точка. Это сняла быстро. Раз, сняла. Правую сняла быстро. Смотри, теперь вот эта точка. Окружение листьев, да, как бы раз отсюда, да, это не конец, а тут начало, а отсюда начало, раз, да, 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 сколько у тебя гула. Ты вот этот аккорд не слышишь. Чисто. Вот эта педаль, да? Вот там она есть. Давай еще раз. Руки вообще, вот ты даже не озадачен тем, что ты держишь. Держится аккорд вот до сюда, а потом снимается и по каждой четверти педаль. Поняла? Давай. Дойди и держи. И
теперь дольче. Без удара играем. Еле касаясь. Нет, триоль ты не можешь игнорировать. Раз. Это такой, как вальс, да, вдруг возникает. Такие вот, хоть и четыре четверти, а в правой как будто вальсирующие. Давай. Поняла? Сиди, сиди здесь. Руку обратно левую несешь, а педаль держит. Делай, что показываю. Ти педаль. Мне сюда. Ладно? Давай. Нет, нет, там нет ничего отдельного. И рука ушла сюда. На фа диез. Ну, отсюда сыграем. Последний раз. Разбег. Ты играешь так. А там есть. Там разное время. От двух рук. Иначе было бы все просто. Отсюда. Мало. Да, через правую руку. Крещендо. Сиди. Бас, педаль сняла. О, горячо, сиди. И упала дальше. Нет, от баса педаль. Отсюда новая. Педаль от баса. Нет, послушай меня, она короткая. Отсюда. Вот это выучить. Тебе надо выучить вот это. Это рукой. Ты все снимаешь. Поняла? Вот это надо получить. Чтобы это получалось. И обязательно вот это. Вот сыграй мне правой. Нет. Раз, два, три.
Только первый раз появляется первый акцент. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Второй раз можешь играть больше, можешь тише, как хочешь. Вот куда тебе захочется. Но вот этот, когда появляется, такой вот. Это где-то удар такой, да? Потому что сначала в этом шаге ритнута до сюда, а дальше движение три раз по три раза, потому что ролентары чуть-чуть, да, пошла опять сюда. Что играешь как-то немножко тяжеловато и искусственно. Вот в этом, да, в этом. Нет продолжения вот в этом. Это другая от баса. Потому что вот это. Ты очень мало делаешь руками. Ты все снимаешь, и у тебя пусто. Либо у тебя долго для грязной педали. Поняла? Вот мои пожелания такого рода. И последние ноты, вот эти вот восьмушки, пожалуйста, ни в коем случае. Я знаю, что я выбилась, но у нас тут был сегодня симпозиум. Идем дальше. Хорошо, спасибо. Поняла? Спасибо тебе. Так, Шабаров. Привет. Так, я пишу правильно твое имя. Давай диктуй мне. Ильдар? Ильдар? Да. Ильдар. Так, Ильдар, у нас с тобой был Чайковский в первый раз, да? Роман. Опус какой там был, помнишь? Опус 5. Опус 5. Так, что сегодня будет? Давай-ка. Ух ты. Давай. Thank you.
Лярочек, слушай, ну ты с одной стороны играешь, в принципе, абсолютно все формально правильно. С другой стороны, есть вот у меня к тебе, например, ну вот с прелюдии начнем, да, вот у тебя в конце стоит адажио. Да, вот сыграет волна такая большая. Теперь снял педаль, ре осталось. И дальше 32-й. Вот ты их играешь так? Ну зачем адажио было? Они в адажио? Они же в адажио. Оно не кончилось. Весомо и глубоко. Это же такое заключение, да? Ты шел, вот шел сюда. Это очень весомо, так по-мужски. И весом, да, скотили, да, полегаем вот это. Да, передай сюда. Передаешь со второго пальца, у тебя никак в жизни не выйдет. Вот здесь первое. Да, и сюда вести крещендо. Раз, два, 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 до конца. Снял и ас. Ас, два. Снял. Нет, а это длинная волна. Отсюда заберись наверх. Чуть позже. Не надо здесь ничего менять. Это адажио. То есть имеется в виду, что здесь серьезное расширение. Не то, что здесь просто все остановилось, да? Но ты, по сути, по характеру, из этой абсолютно барочной, да, легкой, ты переходишь и идешь к фуге. Совершенно другой по характеру. И вот этот переход внутренний, это как связующее звено. Да, они контрастные, но этот переход здесь есть. Вот это та прелюдия фуга, в которой есть переход. Здесь вдруг появляется очень большая мощь, после которой звучит очень напористая, да, активная фуга. Хорошо? Теперь, значит, как вот это получить? Вот сейчас мне сыграешь без каких-либо оттенков и без каких-либо отклонений. Просто вот слушать вот это. Раз, там, пам, пам, пам. Вот так. Просто каждую восьмую влево два раза. И там, где она играет второй раз, очень внимательно слушать правую. Она там как бы громче. Каши. Хорошо? Вот как будто ты ударяешь вот так. Да, вот такие вот прям коротенькие. Па-па-па-па. Вот она должна звучать, в принципе, так. Знаешь, ты очень парень музыкальный, мне не надо. Вот мне тупенько, можно? Так вот, рам. Отщипывая каждый и заполняя вес. Вот не надо мне. Чувствуете? Вот я его держу, а он все время пытается мне левую руку забыть. Нет, мне нужно там. Я хочу, чтобы ты чувствовал вот этот воздух между нотами,
И они точно соответствуют каждой паре шестнадцатых. Но не надо ничего вправо убирать. Вот ее все ровным, ну, примерно мецефорт. Да, вот играем прямо отсюда, где остановились. Ну, откуда можешь? Какой-то, да, такой интервал есть тут, слышишь? Потом дальше, вот услышь, слушай эти вещи. Да, какая-то здесь происходит модуляция, да? Черным клавишем, ты и так играешь рукой. Вот так делаешь первый палец. Да, вот немножко его послушай, чтобы он немножечко развернул тебе руку. Вот. Нет, смотри, вот так не играй. Играй обычно с опорой на каждый палец. Нет, ты играешь как это, как бартышки, знаешь, видишь, так. Да, да, да. Сыграй мне. Слушай левую. Слушай левую, продолжай. Раз, и два, и раз, и два, и не спешить туда. Да, да, слушай, опусти кисть ниже. Левую вообще не слышала. Что здесь было, да? То же самое делаем, также точно играем в два раза тише. На низкой кисти, без веса в правой руке, но четко все ноты, на месте без эмоций. Вторую пару ударять, две руки вместе. Связаны. Нет эмоций.
относительно баса. И никаких оттенков дальше. В этот акцент. Теперь раз, два, три, четыре. Раз. Принцип такой. Раз, два, три, четыре. Стрелочки. Два, три. Низкая кисть. Не держи так руку. Из-за этого корявый. Близко. Раз, два. В одном оттенке. Пьяно стучим. Здесь как бенгальский огонь, знаешь, что это взорвал, и он так бегает все время. Да? Вот это. Вот тебе вот на это расстояние не хватает времени. Раз. Слушай бас, не играй его раньше времени. Как бы отсюда. Да? Ну, еще раз. Да? У тебя вот здесь должен быть первый. Да? Посмотри. Нет, а у тебя второй, поэтому это невозможно. Эльдарчик, смотри. 1-4. И нет вариантов. У тебя, кстати, тут написано все, тебе уже... Да. А дальше рука такая. Вот она там, она на месте. Раз, два, три. Вот она на месте. Нет, посмотри. 3-1. Вот тебе написано. Вот тебе прям все шикарно написано. 5-3-1-4-2-1-5-4-3. И пошел, как написано. Вот и все. Играем тихо и продолжаем нашу модель. Раз, два, и... Чуть плотнее. Кисть низкая.
сюда, не надо играть мелодию. У тебя каждая пара, ритм. Раз, и вот ты все, ты начинаешь. Вот смотри, как сейчас хорошо играл. Вот это было хорошо, а вот это плохо. Ты начинаешь так играть. По музыке. Нет, у тебя есть шаг, вот он. Раз. Нужно идти по каждому шагу. И не играть быстрее до тех пор, пока тебе это не станет удобным. Когда это станет удобным, тогда сдвинуть немножко темп. Понял? Вот давай сыграй этот переход. Вот смотри, здесь мы уходим, вот когда уходим в этот бурчащий регистр, просто добавляешь веса, только и всего. Но не мелодики, да? Поехали. Давай, только низкая кисть. Посмотри, вот ты все время так играешь. Вот, сделай мне. Каждый палец обопрись, а вот он каждый идет вниз. Да, теперь играй так. Ударным каждым пальцем. Ну что там до бикары? Проходи мимо. От левой. Си в левой. Угу. И субит пьяно. И раз, и раз. Халтура там. У тебя первый. 1, 3, да. Он снял. Снял. Три, четыре. Раз, два, три. 4. В этой фуге очень важно выбрать для себя модель. Вот есть варианты. Ты пытаешься играть что-то среднее. У тебя не получается вот это. Вот я играю без подъема, без запятой. Да, вот есть там в редакциях Моджелини. Вот тут вот стоит запятая. Подъем руки. Видел, знаешь, тебе про это говорить. Почему с ней сложнее? Потому что когда она в других голосах, тебе очень трудно это выдержать. Поэтому я со своими этого не делаю. Я делаю этот подъем, но не делаю специально укороченный. Да, потому что эта версия есть. И она труднее. Потому что ее трудно выдержать везде. Поэтому я играю портаменто. Да, и тогда она получит.
получается агогически настырное, напористое и сдержанное, и цельное. У тебя есть такая история. Тут у тебя жу-жу-жу, а дальше скандирующий ритм. Опять фигня, а опять ритм. А вот здесь ритм есть. Там 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 плохо. А еще нет, ты нацеливаешься. А я начинаю сразу. Опусти плечо и не старайся. Вот, вот и все. Собственным весом. Еще раз. И вот в этой фигуре раз, два, три, раз. Всегда делить вторую половину внутри себя ритмически, да? Да, и как бы не играть так. Опять другие. А ритм тот же. И другая. Понимаешь, у тебя сливаются 32-е, которые в теме, да, с 32-ми, которые не в теме. Они одинаковые у тебя по характеру. А я хочу, чтобы они были разные. Можно мне просто попытку? Да, я не могу. Нет, не въезжай. Тара-та-та-та-та-та-та. А левая где? Вот почему я тебе говорю? Точно ритм. Там есть ритм. Вот эти 4/16, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. Железные 4/16. Не просто. Вот их надо выдерживать. Хорошо? Попробуй еще. Молодец. Степень еще и свободы, да, отсюда. Особенно здесь. И ты должен прийти в этот ритм. Это точное соответствие должно быть. Не, не скачи, не отпрыгивай. А это другое. Раз, два. Нет, не держать бас. Раз, два, три, два, три.
на полис. Оттяни в этом полосе. Немножко, чтобы не всегда одинаково громко. Да, вот только ритм оставляй прежний. Она всегда идет в сторону как бы движения в сторону громче и в движение в сторону тише. Не банального крещендо, а это движение. Тебе его тут обозначили. Да, что-то там будет. А где это? Да, вот. Пришел сюда. Надо здесь сразу орать? Смысл? Хорошо сыграл. У тебя будет разгон к форте и потом еще пьяно сделать. Не кричи, не нужно. Ее движение всегда стремится к восьмой с точкой, но при этом она начинается от первой ноты, и в этой группе есть подчеркнутый ритм во второй фигуре. И в первой четверке. Вот они соответствуют вот этому шагу. Я ухожу внутри себя на 2-16. Там-пам-пам, там-там-там-там. И дальше считаю ими же. Потому что ты все время здесь в другом темпе. Да, отсюда играем. Возьми это. А зачем? Вот слушай вот это. Левая. Вот так. Не надо туда мыслить. И все, ушел. Левая. Ушел. Тогда не будет никогда кричать. Потому что это звучит визгливо и абсолютно производит впечатление какой-то ненужной небрежности. Она нам не нужна здесь, да? Вот было хорошо отсюда еще. Остановись. Нет, это плохо. Что-то возникает, да? Ты услышишь это. Не проходи мимо. Зависни здесь. А потом будет у тебя движение. Надо иногда позволять себе вот в баховских таких напряженных точках вот этого голоса. Не делаешь это. Вот смотри, есть один шаг. Там есть другой, третий, четвертый, пятый, а потом уже другой. И вот в этом контексте раз, тогда получается это украшение. А когда ты его вписываешь просто все время жужжа и ускоряя, то ты его просто не имеешь возможности сыграть. Помедленнее сейчас сыграй. Нет, больше веса. Раз, не надо слушать дальше, правда. Левая.
послушай, закончи. Рука здесь. Да. Закончи и другая. Не вали всю кучу мне, пожалуйста. И пошел. Закончил. Снял педаль. Ответил. Ответил. И от двух. От двух. Разная высота. Разная высота. Разный шаг. Пожалуйста, отсюда. Давай. Снял. Шевели пальцами. Закончил. Отвечай. Отвечай. Снял. Снял. Да. Вот отвечай. Ты играй немного. Последний появляется в третьей дорожке. Медленно. Долго, долго переносишь. Послушай, долго, долго соображаешь. Вот. Не, у тебя нефть, у тебя халтур. Да, а ты там. Нет. Нет. Послушай, послушай. Это начало. Ты не можешь сюда прийти. Следующее. Следующее. И сюда. Держи. Держи. И каждый аккорд с медалью. Хорошо. Понял? Вот это выучишь, вот как я тебе показала, то, что у тебя все написано. И пальцы те, про которые я гавкнула, написаны. Я только гавкнула, а там уже все написано. Понимаешь? Но только ты просто их не хочешь слушать. И ты все время во власти мелодизации. То тебя понесло, то еще куда-то. И самое главное, рука вниз. Не играй вот так. У тебя нет опоры. Отсюда неровность. Вот рука внизу как бы... ладошку быстро, тогда у тебя будет и так, как мы делали. Тебе так трудно, ну ты слушай, потому что ты начинаешь вот это поддавать. Нет, сиди и тюкай. Понял? Тогда получится. И вот этот вот рисунок а ты делаешь так. Это уже звучит короче, чем 16-е, а дальше ты этот от запятой укороченный вариант дальше не выдерживаешь. Поэтому лучше портаментирование, но обязательно вот эта вот фигура та-та-та-та-там, та-та-та-пам. И отличай эти 32-е от таких. Они разные. Да? Вот эти более декламационно говорящие, а эти больше связанные. Да? Да? Вот чтобы концовки были такие. И не бойся вот этих зависаний на педаль. Позже снимать правую. И оттенок. И вот такие вещи. Это доигрывается. Ты все уже бросил. Ты уже весь в эмоциях. Зачем? И так далее. Понял? Хорошо. У меня все здесь. Молодец. Давай. Так, Матвей. Давай, иди сюда. Ты там мне что-то хотел доиграть. Вчера так прелюдию уже не было. О, давай, Рапсодию. Ну чего, позанимался немножко? С собой? Да? Свободе, расслабься, все получается. Не зажимай, не колоти, а то вот видишь, от того, что ты играешь так все время агрессивно,
активно, спортивно получается, понимаешь? Немножко больше музыки, немножко больше мяска и плеча, и вообще расслаблен, чтобы звук был разный. Потому что когда одинаково костляво, крикливо, надоедает. Thank you.
я тебе могу аплодировать, да, потому что я, например, просто не представляю, как ты это играешь. Вот абсолютно не освобождая никогда спину. Я просто снимаю шляпу. Я ни одной ноты бы не сыграла, вот честно. Потому что я не представляю, вот как ты вот это как ты все это играешь. Да, вот ты вообще не даешь себе воздуха. Сбрось мне вот это. Сыграй мне вот это. Вот сыграй это. Эту мелодию. Слушай вот это. Не палят. Молодец. Да, а вниз, когда ее жилят. Да, ля-па-па. Опять обратно. Вот. Мысль такая. Мысль моя такова, что не надо слушать все время да, целиком октаву. Слушай интонацию. Да, чтобы у тебя было крещендо в последней точке, а это ушел. Да, и закончил. Там есть все время амплитуда колебаний этого форте, чтобы не играть. Но это возможно только когда ты слышишь какую-то интонацию, какой-то мотив. Да? Потому что вот ты, например, здесь, да, вот что стоит, да, вот это раз, два, три, такой нетерпение. Уже кайфом, вот после инфарцанта, да? А здесь надо влететь. Не надо осторожничать. А? Не освободил себя, чудак. Да, так вот давай что-то освободи. Смотри, голову освободи. Раз, два, три. Листа очерерантность в паузах и в момент ускорения. Что ты вообще себе представляешь, когда играешь эту музыку? Ну, я представляю, ну, когда все это песня. Вот когда все. Есть какие-то ассоциации? Да. Ну, радость очень много, радость, да. Когда утром встаешь, там дядя какой-то встает. Ну-ну-ну, не-не, тихо, дайте нам поговорить. Это важно. Вот это что такое? Это, ну, чирикают там. Какие-то птички, да? А где? Можно задать вопрос? В лесу. Либо когда ты дома, просыпаешься, да. А если ты проснулся в кибитке? И там вокруг птички, и лес, и поле какое-то. И вокруг ничего больше? Шашлыки. Нет шашлыка. Нет, еще нет. Все только думают. Условно говоря, про что Лист писал рапсодию? Какой народ присутствует в них, как правило? Венгры. Венгры. Они же цыгане. Да? Цыганская. Она не цыганская, она как бы романтическая, да? Но подтекст какой-то здесь явно угадывается. Ты правильно говоришь, какие-то птички, где-то что-то. Ты представь себе, что кибитка вот заняла какое-то место. Они все время кочевали, правда? Здесь очень много пыли дорожной, очень много вот таких, да, вот таких образов, да? И птицы поют, и кто-то просыпается и выходит из своего этого... бунгало на колесах, да? И и дети какие-то. Это же всегда очень цыгане шумные толпой, да? Это не я сказала. Всегда есть главная гармония. И она рассыпалась. У тебя чисто архитектурно во всей рапсодии главный твой недостаток – отсутствие переходной педали. У тебя очень часто конец, где надо все снять, эти ноты попадают в следующую гармонию. Там дальше я тебе обводила кружочками, посмотришь. Это есть. При этом ты чрезмерно расслабляешься, где в этом нет никакой необходимости. Зачем столько замедлений, в которых абсолютно не нужно? А вот это... Не выговариваешь. Сидел, взял гармонию. Долго сидеть.
Фермата звучит еще. Это в лесу эхо отдается. В поле. Потом появляется назад, возвращайся быстрее. Ну ладно, это трудно. Сюда зацепил ногу, да, там не бросил. Сыграй мне. Там это ровно. Сюда вернуться быстро. Качайте квинты. Вот это услышал? Снял. Следующая тональность. Не надо выгребать каждый. Никто не просит. Да, вот это взял. Как бы от нижнего ряда оттолкнуться и вверх быстро. Тебе сыграй. Попробуй. У тебя дальше что? Вот эти колокольчики. Это смех цыганских детей и цыганок. Потому что они ждут чего? Появления барона, который будет сватать цыганку. И они все в этом преддверии. Они смеются, они бегают, они готовятся, они вешают на себя бубенчики. На них на всех что-то звенит. Понимаешь? И вот эти вот, это первый смех, робкий такой, из кибитки. Что там, где происходит? Они мечтают увидеть, кого будут сватать. Они не знают. Понимаешь? Вот это предвкушение какой-то другой жизни, другой скорости. У тебя все время остановки. Такая цыганка такая сидит, мудрая, понимаешь? И это не годится, это не годится. За этого не пойду. Вообще, до свидания. Нет, она ничего не решает. Решает барон. Поэтому вот здесь это робкий смех. И здесь останавливается, вот когда ты въехал. Там есть и вот этот смех. Потом большая педаль вот эта. Можешь даже до конца. Сними. И вот отсюда мелодия. Снял. Ты тарам. Одна, снял. А ты что делаешь? Ты вот тут вот берешь и рвешь. Тебя кто просит? Ну-ка, сыграй мне отсюда. И не расслабляйся, убежал. Пошел. Ну, нет у тебя. Нет, они разные. А главные нотки побежал, побежал и закончил, и только потом снял ногу. Аж после фермата еще четверть. Ну-ка, давай играем. Другая нога. Снял. Другая нога. Без хвостов. Там короткий стаккат. Педали нет. И сиди вот легкие, легкие, легкие руки. Вот эти тоже. Да. Да. Вот это. Поиграть до конца.
Ты должен создать картину, да? Потом снять, когда хочешь. Этот звук улетел. А дальше появление вот этого барона, да. Какая-то важность в этой теме. Может быть, не барона, может быть, чего-то другого. Но какое-то событие, да, оно собранное. А вот это... Вот эти все вещи – это гитарные переливы. Поэтому это играть надо свободно. Там есть, да, какая-то... Это цыган, который выглядывает все время, что-то... И дальше опять он. Это такая гитара, понимаешь? А у тебя так пусто. Выходит мужик, который сейчас решает судьбу девушки, которую вообще не выпускают из кибитки. И он тут самый важный, понимаешь? Он тут сейчас всех порвет, понимаешь? Выберет себе. А может, никого не выберет. Здесь до крови драка, понимаешь? И вот это вот... И это и исчезающие цыганки, которые уже все разбежались. Понимаешь? Это волнение. Это вот волнение, это женский стан, который там внутри переживает, что там сейчас будет случиться. Понимаешь? А вот это уже смех цыганок и танец. Здесь железный ритм в левой руке. И это ликующие. Все довольны. И больше, да, вот эти тональности и торжество. И это молодые посадили в этот дилижанс и отправили. А Тамар им помахал рукой. И это вот радостный уезжающий кибитка. За ней хвост пыли, ни черта не видно. А ты стерильно сидишь и маршируешь. Это не Ракоцый марш, там будет про другое. Про другие цыганы, про другие события. Ну, я наверняка не права с точки зрения образа. Я просто хочу, чтобы ты представил себе что-то, что реально легко представить. У Листа есть это. Он вообще очень любил цыган. Ему нравилось это. У него этому посвящено 19 рапсодий. Понимаешь? И это не просто тема, это цыганские песни, это цыганские образы, цыганская жизнь, это вот венгерско-цыганский народ, который, это не просто какие-то помощные цыгане, это люди, которые жили, это такой образ жизни. Понимаешь? Это вот перемещение, это целая событийность, да, и вот здесь есть какая-то праздничность в этой рапсодии, да, есть какой-то разговор, это шушукающиеся между собой девицы молодые, обвешанные бубенчиками, это все звенит, это какие-то педали там есть причудливые, у Листа же фантастический совершенно педальный мир. У тебя здесь такой... по чесноку так все ноты играешь. Вот давай мне изобрази мне две темы. Значит, вот эту снизу. Это первую. Нет, а вот зачем это расслабление? Можешь мне рассказать? Вот зачем в мужской теме расслабление? Представь себе, это цыганский барон, который дочку, или он ее уже продал, он ждет просто уже, уже все случилось, да, он ее продал, а она только не знает кому. Поэтому они там все волнуются. А он не волнуется, он спокойно, он дело сделал. Он дочку продал, все, отлично. Понимаешь? А у тебя все время какие-то здесь сомнения. У него нет сомнений. Это у них там есть сомнения, а у него нету. И певучий такой очень. Да, с характером. Ритм хороший. Да, другой звук. И сыграй вот это влажное. Снял. Там тебя, сюда. Там тебя. Так, вот не играй, не смотри.
Возьми себе под ноги, да? Играй длинную мысль. Один снял, а это они. И такие, знаешь, пробег такой по струнам, пустой, чтобы не повторяться с большим. И вот это больше. А потом дальше, да, вот, вот какая-то должна быть картинка. Вот изобрази мне. Там есть нота ре. И потом, нет, сначала снять ногу. Да-да, а до диез держать. Снял. Продолжай. Дальше. Там нет двух акцентов. Там нет. И дальше. На педаль. Минус сними. Медленно сделай. Слушай. Какие там. Новая. Вот в момент, когда у тебя рука готова играть, вот тут снимай педаль. Не в этом такте, а вот здесь. Медленно. Нет. А здесь нет акцента. А здесь нет. Последняя нота фа диез. А что там происходит, а? Ритмично. Оно все больше. Эти капризные фаршлаги. Та-дам, да? Очень благополучно. Медленно. Там. Не-не, тяну. Не садись. Если педаль, не значит сесть. Штрих остается прежде, а педаль есть. У тебя нет педали. Руки здесь, тогда снимается. Она как бы начинает тебя все время провоцировать на ускорение. Вот это история. Да? Вот эти подъемы. И что это было? А нет, а вот это что было? Это где остановилось? Обе руки одинаково делают крещендо. Мы не в классической сонате, пожалуйста, не надо. Потом сюда. Это целостно. Мне не надо, у тебя написан акцент, и делай его. Вот это сыграй как мелодию. И дальше выйти. Смелей, второй раз больше. Да? Нет, слышать каждое начало. И танец. Ну где? Не знаю, что там. Ну, там танец, там музыка. Сначала скажи, что там.
Вот эти не надо гнать. Надо услышать, что там, а потом вот отсюда. Немножечко более уставшие. Не надо одинаково. Лист не терпит одинаковых повторов временных и скоростных. Иначе он становится очень скучным композитором. А он очень гармоничен. Поэтому вот это надо переделать. Хорошо? И вход дальше. Там, ну, ты просто доучишь, чтобы сейчас не забалтывать. Последнее. Вот отсюда. Да. Вот эти звуки. На педаль захватить, раскатить. Не надо... столько сил. Вот ты берешь форте, а потом каждую новую вершину. Это ошибка вот здесь играет. Это кроме груза не дает гармонии. Оно должно выше, выше, выше. А бас будет звучать отсюда. Понимаешь? Вот ты сначала это на педаль схвати. Не спеши. Нет, нет. Дальше легко. И надо вот раскати это дальше. Да, теперь то же самое. Первую смели. А дальше внутри будет отступление, чтобы не надо все громко. Вот показать начало вот эти. Дальше это все делает нога. В ней есть внутри волны, еще подхват педали к верхушке педали, но не снимаем. Мало. Вот этот шаг. И все. Дальше без груза. Мало, 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 мало. Матвей, мало. Там продолжающееся ускорение. И этот бас надо шарахнуть так, чтобы он звучал половину этой страницы. Это обертон, который там очень важный. Нет! Это звон, это кибитка, это радостные цыгане, отдавшие замуж цыганку. И она едет, это свадьба. Все звенит. Это педаль. Она чистится постепенно. Не надо ждать здесь чистоты. Каждый ход педали. Это сухо. Это мало. Это мало и расчетливо. Вот до этого места темп. Есть раз, расширение два и дальше сдержит. Потому что будет еще одно ускорение. Ясно? Я... Давай сюда. Да, да, широкий. И пошел. Теперь не просто каждый, а нижний ряд в правой руке. Очень горячий. И ему ответит. Нижний тяжелый, поэтому это тромбоны. Вперед. Что надо сделать здесь? Облегчить левую руку. Снять вес в левой руке. Да? Снять вес в левой руке. Нет. Отсюда я.
отсюда начинается. Почему я тебе сказала? Отступаешь в темпе. Ускорение будет позже. Ты приходишь сюда. Отсюда начинается. Да, и закончишь. Там разная амплитуда. Это сейчас не выйдет, но это надо сделать. Это надо услышать. Ну вот у меня все, по, в принципе. Из моих пожеланий, таких поверхностных, первых, вот как бы у меня все. Иди учи. На здоровье. О, спасибо тебе. Спасибо, мне тоже приятно. Спасибо большое. Привет. Ну что, как наш Моцарт? Все хорошо? Отлично. Так, значит, Дмитрий. Дмитрий Моцарт, знаете, немного мажор. Все. Так, последний подопытный. Мы на легком старте. Так, Баба Яга, поехали. Коротко. Хорошо. Молодец. Мне только не очень понятно было вначале, не приспособился. Просто здесь трудно, да? Я хочу, чтобы ты сейчас мне сыграл медленно и услышал вот это каждый. Пум-пум. А сюда педаль. Нет, смотри. Здесь нет крещендо. Нет. Нет крещендо. Нет. А не надо благород. Да про Бабу-Ягу играем. Да, мы сейчас медленнее. А второй раз есть. Она там себе ворчит, а котел у нее шипит. Немало. Понимаешь, ты как будто сказки не любишь. Ты сказки любишь? Да? Ты видел с Миляром наши фильмы? Такой артист был Миляр, который играл Лешек, Бабы Ежик. Видел? Знаешь такого артиста? Великого, да, с таким носом, на меня похож. Знаешь, с таким носом, волоса, волосы такие злобные, такой, да, как я. Поэтому вот такое тихое ворчение, такое. Это же старое, ребят. Не горцую, как козлик здесь. Вот отсюда играю. Вот и услышу это. Мертвая левая рука. Нет, нету. Ты просто ударяешь, а мне нужно то до. Там, там есть определенный такой ее вздох, и это ее мелодия. Она в двух руках собирается. Да, а теперь медленней. Слушай, аккорд. Пустые аккорды. Там есть трехзвучный, есть четырех. Нет, да. А он важный. Слушай. Тихо. Тихо. Ты смотри, там
там есть один фокус. Там вот эта нота в правой руке, на которой стаккато, она немножко длиннее, наверное. Ты как бы ее специально вот прямо рукой немножко ее протягивай. Прямо бросай. Как бы мыслить аккордом. А это прыгнет само. Молодец. Только тихо. За что мне по башке лупишь, а? Я тебе что плохое сделал? Я хочу, чтобы ты лучше играл. А ты меня прям шваброй по голове. Ну, не надо. Змей, это ух. Это такой ух все время. Это филин. Вот это. А это ух в лес. У нее кто ее сопровождал все время? Там летал. Случилось. Вот она влезла в свою ступу и начинает улетать. И она от нее только дым остался. И ее нет. Она скрылась. Вот она вот этот момент закручивает свою. И одна рука должна передать другую. Как хочешь. Спасибо тебе большое. Молодец. Замечательно. Все. Спасибо. Молодец. Спасибо тебе.